Мы были в прошлую субботу, здесь так было много людей, да, нормально было, хорошо, весело, танцевали, была дискотека 80-х, и там молодежные как-то чередовали они мелодии. Да, вот как раз хотели сегодня поотдыхать, вот специально с подружкой приехали из города, тут такая вот целитель, жаль. Иван Сергеевич, как бы отдыхать людям негде у нас в Горловке нынче, хотя бы пока идет теплый сезон, можно было здесь... обустроить эту дискотеку, точнее продолжить ее, она же тут уже была. Хотелось бы, а то некуда идти. Не говоря уже, да, вот молодежь вообще некуда ходить. Даля, сделайте нам дискотеку, вы хотите танцевать. Мы хотели бы, чтобы здесь проводили каждую субботу пенные вечеринки, дискотеки, нам это очень нравится. Мы приходим каждую субботу сюда, чтобы повеселиться, сегодня пришли, узнали кухон 200. Что, увы, запретили вечеринки на Ютубе. Иван Сергеевич, пожалуйста, разрешите нам устраивать здесь дискотеки, пенные вечеринки, фестивали, все что угодно. Это очень круто, молодежь тянется к этому. Да, нам это очень нравится. Да, один раз. Были на дискотеках, нам здесь очень нравится, чистенько, ухожено. Всегда все есть под рукой. В принципе, очень даже хорошо сделать для местного населения, особенно в сложившейся ситуации, да, как бы некуда пойти молодежи. Очень приятно, что делаются там пенные вечеринки, праздники красок, дискотеки просто так. Это круто, это классно. Вот. Молодежи это надо, вот я считаю, по крайней мере. Вот. Дай бог, чтобы это все развивалось и чтобы становилось все лучше, лучше и лучше. Там все развлечения есть, а здесь и сходить некуда. А здесь одно место только, где можно отдохнуть, повеселиться. Поэтому дискотека как бы тут должна быть у нас в городе. Конечно, людям надо где-то отдыхать, тем более в черте города. Больше тут и некуда выехать даже. Вольмовские ставки, а туда не доедет, люди не доедут. Вот. А этот самый просто, самый хороший столовый в городе. Тут чистят его, убирают за ним. Ни бутылок, никакого мусора здесь нет. Хотелось бы почаще, чтобы были дискотеки. Не такие, не только на выходных, чтобы они были, а чтобы и без выходных они были чаще. Здесь очень хорошо, спокойно. Прошу разрешить дискотек, пенных вечеринок. Здесь чем чаще, тем лучше.